эфире Народное славянское радио. Поехали! Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 25 апреля 2017 года вторник, по одному из старинных 14 день месяца посева наречения 7525 лета, третий эник. Четыре веры в России, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Юрий Вениаминович Гомонов. Итак, лекция была достаточно интересная, достаточно обширная, много что в ней было затронуто, полезного, на мой взгляд. И пришло время поотвечать на те вопросы, которые во время лекции к нам поступали. Во время отвечать, да. Во время лекции поступали в чат на Ранславское радио и в канале YouTube. Итак, первый вопрос поступил в 8 часов 5 минут от Владимира из Мытищ. Здравия, Юрий. Что по мне, так в России одна вера – вера в справедливость. А остальные варианты – это кого куда судьба занесет. Словно ветер швыряет куски мусора, пока они в кустах не застрянут. Так откуда берется этот ветер, что загоняет людей, словно мусор, в кусты религий? Кусты в кавычках. Вот такой вопрос. Вот такая поэзия, да? Да, вот ну, у нас интеллектуальные вообще слушатели. Ну, это больше некая метафора, чем вопрос. Я сам поэт, издаю свои стихи. Так что сказать, понятно. Вот ветры, а по поводу ветров, это отдельный очень большой разговор. Когда-то на Земле жили коренные жители Земли, которые были порождением самой Земли. Белые боги севера, называемые. А потом была война с пришлыми ветрами. Потом была запущена программа уничтожения белых богов. Я не имею в виду даже белую расу. Она связана с белыми богами, это нечто другое совершенно. Это были действительно боги. Тысячелетия за тысячелетиями их кровь растворяли. Делали их все слабее и слабее. И эта борьба, она продолжается до сих пор. Вот туда и ветры. И ветры возникают тогда, когда мы совершаем ошибки. Когда мы недооцениваем ситуацию. И когда мы вовремя не реагируем на изменившийся порядок вещей. И, видимо, и боги наши, хранители земли нашей, они совершили ошибки. Боги тоже ошибаются. По поводу веры в справедливость. Знаете, у Максимана Волошина есть очень великие стихи. И там есть такие строчки. Я напишу завет мою справедливость, и враг прочтет, пощады больше нет. Во имя справедливости, которую каждый понимается по-своему, на земле совершаются почти все убийства. И поэтому нужна не справедливость, а знание. Точное, ясное знание о том, что происходит. И поэтому, да, есть такая вера в справедливость русского народа. И из этой веры возникли все бунты и все революции, которые привели к тому, что нас стало очень мало. С 1812 года по 1905 год население России учетверилось с 40 миллионов до 180 миллионов. И когда мы стали активно бороться за справедливость,
Вот прошло 100 лет. Сейчас нас 140 миллионов. Мы потеряли 40 миллионов человек. Мы потеряли значительно больше, чем эти 40 миллионов. Что я полагаюсь на знания, а не на справедливость. А знание, оно всегда справедливо, само по себе. А религии, они всегда были, есть и будут. Религия – это связь посестороннего с потусторонним. Связь Бога и человека. Ну, по-моему, так. Я понимаю. Mm-hmm. Хорошо. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Юрий. Как ты относишься к официальному утверждению властей Российской Федерации, что в России 4 традиционные веры, 4 религии? Одна из них традиционных, в кавычках, религий – иудаизм. Благодарю. Знаете, у нас вообще все с ног на голову поставлено. Нашу традиционную народную медицину объявили нетрадиционной. А вот медицину, которую мы сейчас все ходим в больнице, ну, я туда не хожу вообще лет. Объявили почему-то традиционно, хотя она возникла не так давно. Естественно, это полный бред. У нас также нетрадиционные религии, иудаизм, ислам, христианство объявили традиционными. А нашу веру загнали вообще непонятно куда даже. Даже слов мне нет вообще. У меня есть статья, ее обратил правительство, называется «Проблема восстановления русского... Проблема оздоровления русского язычества». Там я пишу, если правительство не удовлетворяет духовные потребности народа, то тогда это делает кто-то другой, с вытекающими отсюда последствиями. И сейчас очень активно западные спецслужбы лезут в языческие общины, предоставляют гранды, и ими управляют, пока наша власть клювом щелкает. Я и написал в этой статье, пока власть клювом щелкала, под нее положили мину, и будьте уверены, найдется тот, кто подожжет Бигфорда в шнур. Скоро вот этот, как его, Соловьев уже заявил, что евреи на нашей земле русской со второго века, а славяне шестого якобы. И это нечего хамить в гостях. Понимаете? Уже вот это хамство уже прокатывает по центральному телевидению. Мы уже гости на своей земле. И скоро у нас тоже сделают нетрадиционным этносом. Вот такие дела. Вот такое мое отношение. Вот мой ответ. Понятно. Понятно. Дальше. Реплика в эфир от Подсолнуха. Почему так часто противопоставляют Луну и Солнце? Разве они сравнимы по качествам? Да, Солнце светит днем, а Луна – ночью. Но свет Луны ночью – всего лишь отражение солнечного света на поверхности Луны. И без Солнца Луна светит не будет. Ну, Луна, она связана с тьмою, с темным временем суток. И в человеческом теле два канала, три канала – Ида, Пингала и Сушумна. Один из них лунный, другой солнечный, Ида и Пингала, а Сушумна – объединяющий канал. Если человек почитает Солнце, развивается его солнечный канал только, соответственно, солнечные чакры. Вот. То есть чакры связаны со светом, как таковым. А если, скажем, почитает Луну, он развивает все чакры, связанные с тьмой, как таковой, в первую очередь. И поэтому в этом плане как бы Луна является символом вообще темного царства. И поэтому их и сравнивают. И в этом плане, в нашем мире, в нашей жизни, они имеют равное значение. Луна отвечает за эмоциональную сферу деятельности человека, за его эмоциональное полушарие, а Солнце за рациональное полушарие. И дела. Понятно. Дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. О. Титаны делились на несколько типов: кузнецы планет, земель,
и вдыхатели жизни с помощью молний. Вот такая реплика. Чего? Не знаю, просто... Титаны озер, титаны и асуры в ведической мифологии – это одно и то же. И асуры в буквальном смысле означают обладающие жизненной силой. И описывается борьба асуров и асуров, в результате которой с помощью обмана асуры асуры у асуров украли бессмертие. Вот. Ну, вот то же самое описывается в греческой мифологии немножко. На эту же тему много. Борьба титанов и богов. И дела. Так что титанов было много самых разных видов. Я не понял вопроса. Это была реплика, не вопрос. Просто так, для того, чтобы, видимо, поддержать беседу. Понятно. Дальше. Ну, такое тоже ведь полезно. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Продолжение. Значит, он расшифровывает, что я имел в виду. Вот планеты, кузнецы планет, вдыхатели земель. Дальше вот он продолжает. Войны крайне редко были. То есть титаны умели ценить прекрасное и мудрыми. Но редко такие моменты были, то, что они были сильными воинами. У них была другая проблема. Они были очень сильными. Вот. Самое забавное, как описывает Гесиод, их устройство. Они жили по типу, как донские казаки. У них был круг, как у казаков казачий круг. Вот. На кругу они решали все свои проблемы. И была система какая? Если сказать, было мирное время, титаны все были свободны. Так и у казаков было то же самое. А когда наступала война какая-то, а они воевали с богами, они не были инициаторами этой войны, но были вынуждены воевать. И тогда выбирался самый лучший, самый сильный, самый знающий человек. И вот тогда была железная дисциплина. Ну, наподобие, как у казаков. Казаки и живут. Я живу в тех местах, в которых по мифам греков жили тоже Херон, Кентавр, в общем-то, ну и так далее, многие титаны в этих местах жили. Так что титаны воевать могли, они не любили воевать. Они любили познание, они любили жизнь. Вот, ну, у вас, в первую очередь, познание. Им это было все интересно. А боги, они любили войну. И как Россия, она вечно не хочет воевать, она хочет жить, созерцать, изучать, постигать, творить. А вокруг эта шалупень собралась, в общем-то, которая все время на нас нападает, постоянно отгребает и опять готовит нападение. И в этом плане, кстати, Нострадамус называл Россию страной титанов. И именно титаны, не желающие войны, но при необходимости умеющие воевать, они и жили на территории современной России. Угу. Хорошо. Дальше Ярослав пишет из Ногинска. Есть книги, которые содержат практические знания, так скажем, базис, который мы должны были получать с малых годов. Были же такие, были же какие-то славянские духовные практики, которым учили с детства? Да много чего было. Понимаете, когда я стал заниматься, нашей ведической культурой русской, вот, выяснилось, что что-то есть, но все в обрывках. Много дали книги Афанасьева «Поэтическое взрение славян на природу». Это удивительные совершенно книги. Много дал академик Рыбаков. Ну, так далее. Много авторов, которые, даже Гусева на эту тему писали. Но проблема была в том, что наши знания были обрывочные, ну, то, что дошло. В силу того, что они целенаправленно и методично в течение столетий уничтожались. И во многом восстановить наше исконное знание не помогло очень хорошее знание Ригведы, Атхарва-веды, Сама-веды, Яджар-веды, Упанишад, Махабхараты, Йога-сутр,
То есть индийская и ведическая культура. У нас осталась мозаика, которая во многом была разрушена. Знаете, какой такой портрет, портрет, да, человека из мозаики. А много фрагментов нету. Что там нарисовано, черт не поймешь вообще. Но когда я взял ведическое знание Древней Индии и стал его накладывать на наш портрет, очень многие ячейки восстановились, и увидел полную картину. И дела. И для того, чтобы мы могли восстановить наше знание, нам нужно очень глубоко погрузиться, так сказать, в то, что осталось в Индии. Туда 5 арийских племен из района Керчи, где-то 3-4 тысячи лет тому назад, унесли веды. И там их впервые записали. А веды были написаны в межледниковый период на территории Восточной Европы. А межледниковый период – это между 100 тысячами лет и 40 тысячами лет до нашей эры. А Раджнеш, Ошо Раджнеш, пишет, что в одном из гимнов Ригведы описывается положение звезд на небе, которое было на небе 100 тысяч лет тому назад. Тилак есть такой индийский философ, то есть историк, он из рода браминов. Он написал «Северная прародина индусов». И там он доказывает, что индусы пришли с севера в Индию. И там он доказывает, что веды были написаны не в Индии, а на территории России. Но есть народные умельцы из нашей же языческой среды, которые активно внедряют сознание людей о том, что то, что в Индии, это не наше. То где-то тут у нас где-то что-то зарыто, но никто это еще не отрыл. Надо заниматься восстановлением ведического знания в полном объеме. Частично это есть в зороастризме. Это тоже система, возникшая на территории России. Зороастризм. Что-то осталось, да в той же Кабале там тоже наше знание, понимаете? Ведь левиты, которые, так сказать, являются основой иудейского общества, у левитов генетический код R1A. У остальных другой, там всех гаплогруппы. А у левитов R1A, славянский генотип. И у Мухаммеда, пророка, то есть у его семьи, у его потомков R1A. И у браминов Индии, у всех высших каст Индии генетический код R1A на 78%. 78%. Вы понимаете, что это такое? Брамины до недавнего времени заключали браки только на бересте, потому что считалось, что только на бересте записанный брак является истинным. Береза в Индии не растет. Везли черти откуда. Очень много на эту тему и у Гусева, и у Рыбакова о родстве наших культур. Если мы хотим восстановить наше сокровенное духовное знание, мы должны идти во все эти источники. Там все через сито перетрусить, отделить то, что было наработано в поздние времена, взять то, что является, собственно, нашим, и соединить это в единой системе. Вот чем я и занимаюсь. Вот такой мысль. Хорошо, идем дальше. Из Ютуба от Кабальера Хорошего, так он себе назвал, вопрос. Тоже веселят, да, нас слушают и зрители. Что такое небо? Я не понял вопрос. Да вот такой вопрос. Что такое небо? Потому что есть такое понятие, наверное, небо и небеса, да, вот может быть с этой точки. Может быть с другой стороны. Сейчас же раз такая теория распространяется, что небо – это твердая такая вот сфера вокруг Земли, и она не одна, и там Солнце прикреплено, Луна прикреплена, и они там двигаются по какому-то такому своему пути, который искусственно создан, но вот они поэтому и не падают на Землю, а вот там как на стеклянной сфере двигаются. Может, с этой точки зрения вопрос. Но мне остается только догадываться. Не знаю. У этого, у Чехова есть такой рассказ «Письмо ученому соседу». Там один другому пишет, пытается показаться очень, очень образованным, и пишет ему: «Вы говорите, что на Луне есть жизнь. Я в этом сомневаюсь.
Если бы там была жизнь, оттуда бы на землю падала бы всякая дрянь. И дела. Вот. Не знаю по поводу вопроса, что такое небо. Пускай человек уточнит, что он хочет понять. Небо – то, что у нас над головой. Кабальера хороший. Уточни. Ответим. Дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Потихоньку деградация народов происходила. Вот такой он сделал вывод в 20 часов 48 минут во время твоей лекции. Дальше. Из Ютуба Кабальера. О, продолжение. Все только топят про род, про белую расу и так далее. А кто возьмет на себя миссию встать во главе? Что делать-то? Ой, господи. Ну, то есть, кто станет во главе, что делать? Да, два вечных вопроса. У меня есть на этот ответ на этот вопрос, в общем, так сказать, вот. Ну, разработанная система спиральных ритуалов. Мы их практикуем с 2000 года уже в нашей общине. Вот. Смысл всех ритуалов заключается в том, чтобы включить в человеке две системы, лунную и солнечную, и гармонизировать их в человеке. То бишь направить человека на путь духа. Это такие определенные техники внешнего воздействия, которые создают некое поле, в котором поле человека гармонизируется. Мы практикуем их в течение всего года. Каждый месяц у нас обряды подношения богам на огне. У нас индивидуальный ритуал работы, славление. Люди работают, и это им помогает. Более того, есть еще внутренние технологии, вот, с помощью которой мы можем восстановить все то, что утрачено. И ДНК, и все остальное. Это отдельная тема и очень, очень, очень долгая. Технологии восстановления человека таким, каким задуман Бог, они существуют. У нас существуют. Возможно, еще где-то существуют. И мы их сейчас через русский проект, который я закручиваю с моими ребятами, мы хотим их постепенно внедрять. Мы в течение 1998 года мы начали эту работу проводить, в общем-то, и вот уже 17-й год, считай, уже 20 лет. Мы на себе это все проверили, и мы можем этим поделиться. О, далее, в общем-то, сказать, нужно понимать одну такую вещь. Не изменив тонкую энергетическую составляющую планеты, мы не сможем изменить жизнь на Земле. Как все работает? Вот была одна такая забавная ситуация, когда мы проводили очередной ритуал на огне. Ходим, как сонные мухи. Еле там эти дрова пиляем, господи, там на полтора часа затянули ритуал. А обычно я прихожу, смотрю, есть негативное воздействие или нет. И шел, посмотрел, нету, а оно есть. И такое одуряющее, отупляющее куда-то состояние возникает. Я смотрю, вдоль земли идет мощный серебристый поток. И вдруг вспоминаю, наш ритуал, наш обряд совпал с Пасхой. В этот момент заработали все храмы, службы. Вот эти антенны, храмы стоят, и они прикрывают определенные площади вот этим полем. И люди входят в состояние таких сонных крыс, которые за крысоловом идут в море и тонут. Какие дела? И для того, чтобы изменить что-то в этом мире, нужно изменить тонкую составляющую или планеты, или хотя бы части территории, хотя бы нашей страны, например, хотя бы ее части. Вот такие дела. Это конкретная работа, это не уровень веры, это не уровень религии, это уровень знаний. Вот эти менгиры ставили все время. Эти камни священные, около каждого тут тоже синий камень, который прекрасно до сих пор работает. Вот.
люди знали, как организовать поле. Только подавив полем поле, мы можем изменить течение нашего времени. Но это конкретная работа конкретных людей, знающих и понимающих, как это делать. Мы располагаем таким знанием. Хорошо, идем дальше. Виталий из Эстонии вопрос задал. Немного напоминает фильм «Матрица». Нас сейчас туда ведут или я не прав? Вы правы. Нас ведут в такую техносферу, где не будет никакой жизни, а будут только биороботы. Там действительно, вы не помните, они же все в Сион летят, помните, да? Сион у них мечта, вот Сион вернулся на родину. В одном фильме это звучит как Сион, в другом как Зион, но аналогии очень понятны. Задача тех, кто пришел на эту землю, это уничтожить жизнь. Зачем? Ну, не любят они ее. Не любят они живое. Они любят мертвое, потому что они смерти. Им нужен лунный ландшафт. Или тоже вот ландшафт, как она его, Марса. Там же тоже была жизнь. А теперь там бог знает что. Я... В общем, лунтики понятно. Они такие, да? Ну, любят да. Все оттуда. Да. Ну ладно, идем дальше. Из Ютуба Роман Ефимов написал: «Здравия всем. Крайне интересная тема. Согласен с автором. Мне противно христианство черным культом поклонения мощам и прочим частям мертвых тел. Когда люди начнут это замечать, тогда и вернемся к истине». Вот такая реплика. Да знаете, что удивительно с людьми? Люди живут в определенном поле. И масса людей, они на поле только реагируют. А вот то, что происходят какие-то разоблачения, открытия, они как-то особо не действуют. В Америке раскрыли, что 7 тысяч католических пастырей, то есть все, педофилы. И они в течение десятилетий методично насиловали детей. И мужики уже моих лет там плачут. И рассказывают. Я думал, сам так Господь разговаривает. Прямо задрав рясу, прямо в храме. Делали детьми то, что хотели. Один изнасиловал 200 детей. Ну, чем все закончилось? Да ничем. Скандал был. Папа Римский сначала сказал, что, так сказать, отзовет всех. А потом заявил, если мы всех отзовем, это нанесет непоправимый ущерб экономике Ватикана. И всех оставил. Деньги важнее детей. Все об этом уже знали. Потом был такой скандал в Ирландии, потом был в Латинской Америке такой скандал. И люди об этом знают и продолжают туда ходить. Да, многие отошли, там много отошло людей. Но масса-то основная ходит. Понимаете? Так что, сказать, то, что когда все раскроется, люди прозреют, я в этом сомневаюсь. Религия любви, знаете, в чем ее фишка? Как в России, любовь зла полюбишь и козла. Да, такая поговорка есть. Если, сказать, женщина любит мужчину, он подонок, мерзавец и негодяй, что бы вы ей не сказали о нем, что он подонок и мерзавец, она все равно будет его любить. Потому что любовь, она безмозглая. И религия любви, она безмозглая. И вот на этой безмозглости людей-то и ловят. И пока... Людям не внушат, что главное знание. Знаете, как у Банишадок сказано как? Знание. Блин, забыл фразу точно. В общем, знание приносит радость. А у Библии, ибо приумножая познание, ты приумножаешь скорбь. И когда знание и познание станет радостью для человека, тогда он перестанет заниматься вот такой тупой верой. Но для этого мы должны поработать. Ты когда сказал про то, что люди продолжают ходить там, где их насилуют, мне сразу вспомнился анекдот про медведя и мужика,
который говорит: мужик, ты или мазохист, или так сильно ягоды любишь, что сюда все ходишь. Да, ну смешного здесь мало на самом деле. Ладно, вопрос эфира. Здравствуйте. Извини, я как-то задумался на эту тему. И когда я читал Библию, ну бред откровенный, а люди читают. И вот тогда я и понял, что тайна библейского культа – это тайна любви. А уст, из уст любимого человека любой бред – часть откровений. Понимаешь? В этой самой в Германии, сажали, в фашистской Германии, сажали на 10 лет за нелюбовь к фюреру. Все должны были улюбить. Кто-то понял, что эта энергия может очень хорошо управлять. Первым был Христос. Потом и Гитлер, потом и Сталин этим пользовался очень хорошо. Но Сталин использовал энергию любви к себе для того, чтобы Россию защитить. Тот культ был необходим, иначе мы бы не выстояли. А Гитлер использовал энергию любви для того, чтобы народы двинуть на захват новых территорий. Это разные вещи. Ну и там основой была любовь. Такие дела. Ну, да. Да. Но сейчас есть еще страны, где за нелюбовь к самому лидеру тоже на 10 лет можно, а может, и побольше сесть. Там даже, да, там даже расстреливают, так что все нормально. Это путь, который такой известен, его применяют. Так что все нормально. Вот самое, когда мне начинают много говорить о любви, мне начинают уже это даже бесить иногда. Любовь, главное, любовь. Я очень люблю свою жену, она любит меня. Я очень люблю своих детей, моих четверо. Я люблю страну, я люблю народ свой, я люблю землю, я все это люблю. Но любовь – это часть жизни. Но это не вся жизнь. Как так еще поговорка есть? Когда мне говорят, ну там дальше разные реплики, да, но в частности про, много про любовь, я машинально перекладываю кошелек во внутренний карман, да? Да, идем дальше. Вопрос эфир. Здравствуйте, ведущие. Скажите, пожалуйста, равновесное движение предполагает, что кому-то из русских людей надо молиться какому-то чернобогу, или как там его правильно называть? Честно сказать, на какой-то сатанизм похоже. Понимаете, в чем дело? Сатанизм тогда, когда вы поклоняетесь только черному богу. А чернобог, он ловит на кайфах, на удовольствии. Задача человека, то есть задача чернобога, вычленить в обществе людей тех, которые ради кайфа мамы продадут. И вот это его паства. И вот этих людей он и пускает по пути разоплощения, по пути духовного уничтожения. Понимаете, не путайте чернобога с христианским сатаной, там совершенно другие функции. Чернобог изымает из общества все то, что не следует долгу, все то, что не следует чести, и все это уничтожает. И в процессе наших славлений и приношений мы равномерно почитаем Белбога и Чернобога, никого из них не выделяя, потому что это единая система. Есть темное, есть белое. Есть мужчина, есть женщина. И можно почитать мужское только или женское, как в матриархате. Понимаете? А у нас служение парное. На ритуалах мы славим, читаем гимны богам в парах. Они все в парах. И черные, и белые, они все в парах. И женщины читают женские гимны, а мужчины мужские, мужским богам. Нельзя мир разделять на хорошее и плохое. Вы знаете, все время я понял, что на всей Земле существуют всего две идеи. И долго смеялся. На этих двух идеях строится все величие человеческой мысли. Первая идея – это все есть Бог, это ведизм. А вторая – есть Бог и есть дьявол. То есть в одном случае нет ничего плохого, ни хорошего, есть только то, что есть. А в другом есть хорошее, есть плохое. Вот берем Библию, это хорошие парни, плохие парни. Берем, как его, Голливуд, там хорошие парни, плохие парни.
И там, где есть хорошее и плохое, там всегда есть борьба. Там всегда есть война. А там, где есть осознание, что все едино, и что в едином теле все ему служит, вот там всегда будет мир. Нужно равно почитать все силы. И славяне как считали? Что добрый Бог, он, ну, так добрый. А вот злого Бога надо подмазать хорошо там жертвой, чтобы добрее был. А так тоже хитро подходили, так, как мужички в деревне. Вот. Но никогда не было ни в ведах, ни в нашем язычестве разделения на плохих и хороших. И дела. Ну, ты когда сказал про сатану, но на самом деле даже в христианстве сатану не все так однозначно. Есть такое понятие сатанаил, о котором людям не рассказывают. Сатана, то и ил, то есть сын богов по имени сатана. И там много чего интересного. Там прослеживается целая цепочка, как это все происходило, как и кто там в конце концов оказался, кто такой Саваоф в конечном итоге, которого восхваляют. В общем, там много чего интересного. Так что даже здесь не все однозначно. Но я про другое хотел сказать. Вот когда ты начал... Можно комментарий сразу? Да, давай. Дело в том, что, скажите, есть как некое христианское понятие сатаны, я об этом сказал. А вообще, вот буквально сад – это осеменяющий. А она – это и в Африке она, знаешь. Угу. Она – это на языке народов тех, это ну, женские половые органы. Сатана – это тот, кто осеменяет женщину. Вообще враг человечества, знаешь. Угу. Тут много вариантов возможно. Ну да, да, да. Как самый короткий анекдот, ананас. Не может смеяться долго. Так, значит, я что хотел сказать-то? Я хотел сказать, что вот когда стал развивать эту тему, мне вспомнилась такая притча, но она длинная, там много чего не говорится, я так укорочено. Мужика все достало, что все плохо, он обращается к Богу, говорит, слушай, ну почему так все темно? Ну дай мне света. Тут говорит, ну ладно, хорошо. Как дал света? Везде свет, тьмы нет, ничего. Ну мужик порадовался, потом спать захотел, спать не может, отдыхать не может, ничего. Говорит, слушай, Бог, ну ты что, издеваешься надо мной? Говорит, нет, не издеваюсь, ты просил, вот получил. Ну, дай мне тьмы, чтобы я выспался. Ну, как дал ему тьмы? Тот выспался, все, сидит полный вообще, тьма, там, зажигает свечи, ну, сколько там хватает свечи. Говорит, слушай, Господь, я что-то не понимаю, что ты делаешь. Говорит, я всего лишь исполняю твое желание. Говорит, а нельзя ли вернуть, как было? Ну, говорит, ну, я же так и все сделал изначально. Так что, ребят, все очень просто. На самом деле, в ведической культуре важно то, как ты к этому относишься. Оно вот все есть. Вопрос вот... Как ты смотришь на этот стакан? Наполовину полон или наполовину пуст? Пациент наполовину скорее мертв или скорее жив? Да, вот то же самое из этой серии. Вот что вы себе представляете, то на самом деле и есть. Вам даны инструменты, вам дан инструментарий. Вы готовы этот инструментарий применять во благо или в саморазрушение? Ну так вот и все, вот весь ответ. Дальше из Ютуба от дяди Степы вопрос. Напоминаю, дядями Степами и тетями Степанидами называем тех, кто не представляется по-русски. Критически мыслящие люди сами по крупицам собирают историю, а разговоры эти в пользу бедных. Расскажите людям, что происходит сейчас. Сейчас? Могу. Этим занимаюсь. Сейчас идет последняя битва. А вот англосаксонский мир вкупе с иудейским капиталом. Вот, это инструмент определенных товарищей, что стоят намного выше их. А вот, если хотите увидеть в лицо этого человека, у меня есть, в общем, есть одна работа, статья, вернее, в Ютубе есть. Там, сказать, Леонардо да Винчи с помощью зеркал смог увидеть вот этого того самого бога библейского. Там чудовище натуральное. Вот сейчас идет последняя фаза схватки за землю. Как бы сам Дзержинский сказал, что в результате этой последней битвы исчезнет или русский мир, или англосаксонский. Мы входим в фазу окончательного решения или русского вопроса, или англосаксонского вопроса. В зависимости от того, кто победит в этой борьбе, земля или будет жить дальше, или будет уничтожена. Mm-hmm.
Потому что то, что сделали европейцы с землей, уже это ужас. Земля превращается в мусорную свалку. Уже по океану плавают мусорные острова. После взрыва Фукусимы заражена радиацией весь Тихий океан. Мы или спасем Землю, собственно, и себя тоже, или сдохнем. И в этом плане, скажите, в чем-то, необходимы инструменты противодействия и окончательной победы над всей этой залетной сволочью. У меня 4 детей, я хочу, чтобы они жили и бегали по зеленым лужайкам, чтобы мои внуки нюхали цветочки, а не парашу. Но я занимаюсь в меру своих сил противодействием всему этому. У меня есть инструменты, которые работают очень хорошо. Надеюсь, уже будет все лучше, лучше и лучше. На Земле существуют в разных местах люди, кто занимается чем-то подобным. Мы друг друга не знаем, но мы чувствуем, мы видим и понимаем, как помочь Земле выжить. Экологические движения тут вообще ничего не сделают. На них просто деньги зарабатывают, да и все. Подключайтесь, господа. Хорошо. Реплика в эфир из Ютуба от Федора Толмачева. Сергей Данилов говорил, что не ищите волхвов, все зачищено. Ну, я в этом плане с ним согласен. Я искал. Находил только клоунов, как правило. Дело в чем? Дело в том, что да, действительно все зачищено. И проблема русского народа заключается в том, что жречество как устойчивая структура не существует. Чем сильны евреи? Равинатом. Чем сильны индусы? Браминами. На вершине пирамиды должны стоять знающие люди, определяющие развитие народа. У нас этого нет. У нас сейчас там с Путиным во власть вошли кшатрии. Но кшатрии являются исполнителями воли браминов. А браминов над ними нету. Есть патриарх, который табаком торговал, как об этом сказал Кураев, поп Кураев. И он сказал: извините вы нас, мы вам сколько грехов простили. Это не я говорю, это сказал Кураев. Понимаете, как эти люди могут быть браминами? Они уже, извините, просрали Россию в 17 году. Брамин должен предвидеть опасность на тонком плане и помогать ее кшатрию предотвращать. А у нас сейчас есть кшатрии у власти. У нас сейчас у власти люди солнечного типа, воинского типа. Но они, извините меня, связи с богами не имеют. Путин с Медведем стоят, молятся в храме в этом. Который им ничего дать не может, у них нет силы. И вот основополагающей задачей русского народа сейчас является задача вырастить свое жречество, свое национальное жречество, опирающееся на традицию, духовную традицию, общеведическую и конкретно на традицию русского народа. Это очень сложная работа. Всех, с кем я общался, сказать, с главами всяких объединений, не буду называть, они на слуху, они известны. Захожу к одному главе одной такой организации, сидят в жопу пьяные, это мы боги, и пьют каждый день, и пьют водку, и пьют стаканами, и при этом они боги, и не называют себя волхвами. Так уж извините меня, господа, не позорьтесь, пить хотя бы бросьте. Потому что знаний там тоже очень мало. Я 2-3 людей встречал, которые хоть что-то понимали.
в женской работе. А остальные, извините меня, только такие называются. Это... Понятно. Понятно. Печально, печально. Я и с тобой согласен, и с Даниловым покойным согласен. Отчасти причем. Я согласен, что вырубили, кого можно было вырубить, зачистили там, где можно было зачистить. Но здесь надо нам всем учитывать следующее, что если мы понимаем, кто такие боги, наши боги, кто такое, что такое божественное в нашем смысле провидение, то в этом случае для богов и для наших предков ничего невозможного нет. То есть каждый человек, который идет к свету, получает то, что ему необходимо от света. К знаниям идешь, получаешь знания. И если ты созреваешь, то в этом случае тебе дается следующий уровень развития по твоей мере, по твоим возможностям. И нет каких-то затыков для того, чтобы тебе передать некие дополнительные знания, некий посыл вложить, который из тебя сделает так называемого волхва. Не вот этого клоуна, а именно настоящего волхва. Все в ваших руках, по вашей мере, по вашим представлениям, вашим стремлениям. Естественно, что каждый волхвом стать не сможет, у каждого свое направление в жизни, у каждого свой путь. Но если вам такая возможность дана, почему вам ее не использовать? Вопрос только, вы к чему тянетесь, куда вы стремитесь и что вы делаете. Все зависит от вас. Я с этим согласен и говорю, что нужно вырастить свое жречество. Так я говорю, ну, с тобой согласен в этом смысле, ну, что да, да. В Индии на брамина, на обучение тратится 32 года. Он должен наизусть знать все веды. 32 года учат, человек после этого допускает исполнение ритуала. А мы прёмся как можем. Ну что-то получается. Я написал больше сотни гимнов богам нашим, которые прекрасно работают. Я написал ритуалы, которые прекрасно работают. Я много чего сделал. Дают тому, кто берет. Все верно. Все верно. Согласен с тобой. Так, Елена 777, вопрос эфир. Здравия. Как правильно совершать жертвоприношение богам? Как восстановить связь с Богом, со Вселенной? Благодарю. Это вопрос. Нет, ну ты прям смеешься, прям вот так. Смотришь камеру и смеешься. Вопрос серьезный вопрос. Вот соберись, серьезный вопрос. Да, сейчас. Вот. Не, ну приезжайте, научу. Это нужно показывать уже на практике. Нужен правильный текст, в общем-то, сказать. Нужна правильная практика. Ну и так далее, в общем-то. Но это не, я не могу сейчас ответить, как это сделать. Я могу это показать. Понимаете? Так что, если есть желание, приезжайте, мы вас научим, как это все делать, как восстановить связь со всеми этими, с тем, что вы перечислили. Все это есть, все это существует, но это практика. Для этого провожу семинары, уже 22 года провожу семинары в Хорошевке каждый год, 10-дневные. Люди приезжают, учатся, уезжают, делают. Так что приезжайте, научим. Добро пожаловать, научим. Дальше. А сразу такой вопрос. Кто-нибудь нас слушает, говорит, а вот все, кто свою Юрий тут плодит, зазывает. А вот плажу. Понимаете? Ну, давайте, сказать, в общем, так сказать, по поводу всех поговорим. Вот. Вообще-то любая религия, она всегда, вообще любая система, любое образование, которое есть на Земле, она всегда начинается с какой-то группы людей. Группа людей собирается, что-то делает, в общем-то, он нарастает. Потом от этой группы кто-то отпочковывается, создает что-то свое, какое-то новое дело, и за ним идет часть людей, ну и так далее. Всегда необходимо какое-то объединение, в общем-то, сказать, вот, и никуда мы только не денемся. И дела по поводу сект, квартир не отнимаем. Так что не пугайтесь. Понятно. Идем дальше. Серг Сорокин, реплика из Ютуба. «Требы были на Руси. Наша задача называется... Наша земля называется Русь. Об индийской мифологии лучше всего говорила Светлана Жарникова». Да, хорошо она говорит. Интересно, очень-очень-очень хорошо. Знаешь, Да. Реплика в эфир из Ютуба от Кузнеца.
Когда проснется достаточное количество людей, то и лидеры найдутся. Да, лидеры уже есть. Просто пока что количество не перешло в качество. Сейчас у нас уникальная возможность. При царской власти душили все языческое. Все душили. За распевание языческих песен выслали в Сибирь. При коммунистах душили вообще все некоммунистическое. Вот. И никому не было дела до нашей родной веры. А сейчас вот благостное время, никто никуда не лезет, никто никому не мешает. И мы уже так много узнали, и так много получили от наших богов, да еще и получим. Просто сказать, я человек здравомыслящий, и то, что на меня свалилось за последние лет так 20, просто я сам понимаю, ну много уж больно. Но, видимо, оно там лежало, да никто не брал. Нашелся, кто-то взял. Кто-то взял здесь, у нас, кто-то взял там, в каком-то другом месте и так далее. Эти люди уже есть. Я несу в очень большой взгляд знаний и силы. Понимаете? И еще где-то кто-то есть. Я сижу все эти волонки тихо, обо мне, ну, так не так уж много знаю. И не стараюсь куда-то вылазить особо активно. Потому что хочется понять и систему отработать так, чтобы она действительно уже работала как надо. Чтобы это не было на вере, на пустой, понимаете? Чтобы это приносило реальный результат. Вот она сейчас уже к этому и подошла за 20 лет моей работы. Вот. Так что, сказать, лидеры, они уже есть, они уже готовятся, но еще не созрело время. Надо вовремя все делать. Когда качество придет, количество придет в качество, будет такой взрыв, и произойдет резкое изменение самосознания народа. Уже сам не понимает, почему тот вдруг стал почитать своих богов, а чужих отказался. Он сам не поймет. Но это работа точечная большого количества, ну, может, даже не очень большого количества людей, но людей знающих. Угу. Елена 777, два вопроса. Первый вопрос. Сколько ДНК возможно развить человеку? И второй вопрос. Как вы относитесь к вегетарианству? Благодарю. Ну, наша система, просто я занимаюсь спиралями этими, шаг за шагом шел, в конце концов, сказать, я вдруг смотрю и вижу, что та спираль в богов, которая у меня выстрела, двойная, она очень похожа на ДНК. И тогда мне стало понятно, в общем-то, почему у меня стало очень много чего восстанавливаться. И почему, несмотря на мои уже серьезные года, 60 лет, у меня все больше и больше силы, и понимания, и умения. Я не старею ни умом, ни телом. Я, наоборот, становлюсь лучше год от года. Понимаете? Включаясь, так сказать, во мне то, что спало, то, что дремало. Принцип какой? Если вы к опилке металлической понесете магнит, опилка примет форму магнита. Если в основе вашего славления, служения богам лежит эта двойная спираль ДНК, вот это поле, вещество принимает форму поля. Измените вокруг себя поле, и вещество, то бишь ДНК, примет его форму. Вот это основа нашей технологии. Поэтому мы уже много лет разрабатываем. И все глубже и глубже в нее входим, но еще работы много. По поводу вегетарианства, сказать, ну, прекрасно отношусь. Сам стараюсь не употреблять ничего такого, что мешало бы мне лучше думать. Пить вообще ничего не пью, кроме воды и чая. Спиртное разрушает связь с тонким планом. Если пить много, ты никогда не увидишь ни ауры, ну ничего. А я кармический зритель, мне нужно видеть прошлой жизни человека, чтобы увеличить. Поэтому пить никак нельзя. Ну и мясная пища, она вводит в состояние депрессии. И там с точки зрения вед, она не запрещена как таковая,
ее как бы можно есть, но нежелательно, потому что она приносит много вреда. Ну, исходя из соображений пользы общей, я стараюсь избегать мясной пищи. Угу. Дальше вопрос в эфир. У Сидорова написано, что из Чернобога была выделена черным жречеством его часть, египетский бог Сет. И сейчас с помощью этого эгрегора и управляют человечеством. Так значит, нам нужно восстановить наш эгрегор, чтобы вернуться к золотому веку? Я вам скажу немножко по-другому. Но мы тут все люди грамотные более-менее, да? Просматривая вот все эти ситуации, я в какой-то момент увидел, что произошла подмена Чернобога вообще как такового. Наш Чернобог, работающий на общую эволюцию, был типа захвачен и куда-то типа посажен. А на его место поставили другого, иногалактического товарища, задача которого является одна – не способствовать эволюции, а просто все сожрать. Но я об этом знал, об этом молчал, никому не говорил. Ну, увидел, да увидел. И тут вдруг ко мне прислали книгу с Урала, мальчишка молодой. Ему было 18 лет, он написал книгу в стиле фэнтези. Так я сам человек пишущий, я и пишу мифы, вот, пишу книги ну, на самые разные темы, но и мифы тоже пишу. Вот. И то, что я пишу, я вижу вот эти, я просматривал богов наших и видел эти сюжеты. Как у греков эти сюжеты, мифы. У меня такие тоже есть. Я их видел и записывал. Не один я, моя группа смотрела, работала. Они видели это, мы вместе видели. А я поэт, я могу это записать. Я читаю его книгу, написанную в стиле фэнтези. Я понимаю, что это невозможно было написать, если бы он этого не видел. А там то же самое, та самая мысль, что Чернобог был как-то похищен, куда-то спрятан, но вместо пришел другой, вот этот самый Сет, подмена. И меня поразило. Я сижу тут уже, дядька, умудренный в годах, но это было лет 15 или 20 тому назад, я это понял. А там пацан кто-то сидит. Я же ему пишу, сказать, ты понимаешь, я почитал, я понимаю, что это нельзя было написать, если ты этого не видел. Он мне пишет, ты меня поймешь, я это все видел во сне. Он во сне видел эти удивительные картины и их записывал. И меня поразило это совпадение мыслей на разных концах нашей страны. Произошла подмена Чернобога, и нам нужно вернуть своего Чернобога, что мы уже сделали в своих ритуалах. Мною написаны гимны Чернобогу. Мною написаны гимны Белбогу. И много кому чему написано. Это больше сотни гимнов. Сказано в Ведах, что Бог уделил богам три вида пищи. Это прана, солнечная энергия, это слово и, собственно, жертва. И когда мы читаем гимны богам, мы им даем пищу. Славление – это кормление богов. Вот такие дела. И сейчас нужно не отдельно создавать культ Чернобога, а вставить его в систему «Белбог-Чернобог». И в этой системе их почитать, тогда будет равновесие. И тогда они будут работать на благо и русского народа, и русской земли. Отдельное почитание, перекос в системе, и тогда белые начинают держать форму, и в силу того, что они не способны к самоизменению, они начинают деградировать. Что и произошло со всеми нами. Следующий вопрос. Здравия, Юрий Вениаминович. Интересная тема. Как правильно вернуться к культу двойной спирали? Что правильнее почитать, двойную спираль или белобога с чернобогом, или то и другое? Обращение к богу роду или свинтовиту – торжественное обращение к спирали? Правда ли, что молиться нужно строго на север? Вот такая череда вопросов. Итак, как вернуться к культу двойной спирали? У нас система ослабления индивидуального, расписанные по всем дням недели.
а начинается с внутреннего царства Земли. И до единого всего сущего, и выход в межгалактическое пространство. И во всей системе в равной мере почитается, идет последовательное славление одновременно и белых, и черных богов. Понятно, да? Как там у кого, я не знаю. Я могу отвечать только за себя. В нашей системе все это расписано. И человек каждое утро встает, берет текст и славит. По схеме, последовательно, схема расписана вот, ну, где-то на 3 месяца славления. И потом опять повторение. И в течение года вы 4 раза прокручиваете славление всех вот этих черных и белых богов. Плюс тому ритуалы огненного, жертвоприношения. Плюс тому у нас каждое равноденствие солнцестояния 6-дневный цикл ритуалов великой спирали эволюции духа, где каждый день мы совершаем жертвоприношение какой-то части этой великой двойной спирали, завершая выходом на межгалактический уровень. Идем от центра Земли и до центра галактики, и дальше. Это наша система. Угу. Так, дальше. Что правильнее, почитать двойную спираль или Белобога с Чернобогом? Или то и другое? Не, ну они же и запускают эту спираль, понимаете? Вот эти двое, являясь родными братьями по нашим мифам и детьми рода, они и запускают эту спираль. И у нас начинается славление с Белобога и Чернобога. Понятно, да? Угу. Мы славим, и потом дальше еще там куча всего. Другие боги, связанные с этими спиралями. Вот, и идем, и это занимает достаточно много времени. Понятно. Дальше. Обращение к богу Роду или Свинтовиту. Тождественно обращение к спирали? Ну, да, в основе Рода. Понимаете, есть Род, Род, роженицы. А есть еще в нашей традиции понятие Родо. Бога, имя Бога Рода писалось с кратким О. То есть есть состояние Вселенной до сотворения, когда мужское и женское слито, и пока ничего не существует. Потом возникает род роженицы, и возникает вот весь этот мир. Вот. И есть у нас гимны и Родо, собственно, и Роду и роженицам тоже гимны есть. Если вы почитаете Рода, а Род — это бог света во всех его проявлениях. И камни богу Роду, которые посвящались, они имели такое изображение — солнце и выбитые звезды на нем. То бишь род, наш русский род, это бог света во всех его выражениях полностью. Но это уже порождение, ну, как бы скажем, есть род в непроявленном состоянии — это рода. Есть род в проявленном состоянии — это род рожениц. В какой-то степени почитание рода, это запуская спирали, но это только белая спираль, светлая. Угу. Ладно, идем дальше. Правда ли, что молиться нужно строго на север? Ну, нам так говорили. Так считается, что строго на север. Почему? Да потому что мы в северном полушарии, а в Земле есть 2 центра входа и связи, которые соединяют Землю со всеми остальными структурами и в Солнечной системе, и в галактике. Вот, Северный полюс, Южный полюс. Мы на Северном полюсе, значит, нужно молиться на север. Тогда мы получаем связь с более высокими структурами. Если мы на восток или на запад, ну, тогда мы тут на Земле остаемся. Надо лучше на север, конечно. Угу. Так, дальше. Елена 777, вопрос эфир. Скажите, пожалуйста, лучше человеку развиваться в одиночестве или в паре? Благодарю.
потом-то и проблема, понимаете, что спираль, как принцип, она наиболее воплощается именно в семье. Повторение одного и того же на более высоком уровне. И именно в паре вот идет развитие по спирали. Очень интересно сказано в Ведах о том, что боги бессмертны, потому что имеют пару, а демоны смертны, потому что пары не имеют. Путь к бессмертию, именно и физическому тоже, он идет только в паре. У нас есть на эту тему тоже много чего, есть технологии, и мы развиваем, само собой, именно стараемся развивать это парное движение. Вне пары это сложно. Есть отдельные персонажи, но это люди, есть такое деление по статусам: люди, герои, полубоги, боги, риши, то есть космические учителя. Вот те, кто имеет статус риши, им уже пара не нужна, потому что они все в паре отработали, и они могут развиваться сами, но их не так много, это очень небольшое количество людей, они практически выше богов. Так что нужно иметь пару. Угу. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Белые означают чистый и божественный и порядок. Черные означают изменения, которые приводят в хаос и так далее. Вот такое мнение у него. Ну, знаете, у всех свое мнение. Ничего ж не сделаешь. Мнений много, толку мало. Вот, я говорил о черной спирали и белой спирали, вот, и о том, как в ДНК это устроено. Одна спираль отвечает за сохранение, а другая за изменение. И вот Чернобог, у него какая была функция? У него было две функции у Чернобога. С одной стороны, сказать, это защита, это очищение от всей грязи, от всего того, что было ближе ему, скажем так, туда вот, в преисподнюю, скажем так, все отработанный весь материал, чтобы очищать белое поле, поле жизни. А с другой стороны, сказать, у него была функция защиты системы на внешнем периметре. Когда шли внешние инопланетные, инагалактические воздействия, и он должен был защищать от этих воздействий, а то и поглощать их, перерабатывать и пускать опять в наш мир уже нашим веществом. У Чернобога огромная работа и огромная функция была. И ему строились храмы из черного гранита. Это был один из почитаемых богов на Руси. Вот. Когда все поумнели, стали почитать свет, вы вспомните мастера Маргариту, вспомните Воланда. Чего он появился в Москве? Да потому что атеизм был полный. И все почитали знания. И все говорили о свете. Помните, что он сказал Матфею? Он подходит к Матфею и говорит: ты бог тьмы. Он говорит: ты что, хочешь оставить мир без теней и наслаждаться одним голым светом? Вы помните, почитайте мастера Маргариту. Это гениальные ключи к тому, что с нами произошло. Эту книгу я читал, не знаю, раз 10, наверное, в общем-то. Я чуть не наизусть ее знал, я по ней лекции читал. Более удивительного текста по вот анализу, по типу под подводным смыслом я вообще не знаю. Хотя мой любимый автор Достоевский. Вот такие дела. Но вот тут вот такая весть хитрейшая. Почитайте мастера Маргарита, и вы поймете, что такое свет, что такое тьма. Почему Христос был наказан по мастеру Маргарите, по Булгакову? Он говорил, что зла нету. А вот он сказал, а эту как рядом стоял. И потом его и крестобой бил. И потом, когда его тащили на крест, и все орали: распни, распни его, он смотрел в глаза людей и не видел чего-то того, что хотел бы, он не видел. Он видел одну злобу. И за то, что он сказал, что зла не существует, он был распят. Он познал зло. А потом они вместе идут по лунной дорожке, по лучу солнечному, вернее, на солнце. У Воланд, Понтий Пилат, вот и не все понял, но понял главное. И Шоа, еще собака черная. По нашим представлениям, по нашим мифам, а чтобы пройти через Каленый мост, нужно быть очень чистым человеком.
А те, у кого есть много добра, но есть чуть-чуть зла, перейти калиному мост помогает черная собака. Эта собака черная идет, и им всем там помогает этот калиному мост пройти. Такие дела. Угу. Почитайте «Мастера Маргариты» и упознайте, что такое тьма. Понятно. Из Ютуба реплика от Сергея Сорокина. «Религия – это же другое понятие совсем. Это в 21 час 42 минуты было, то есть час назад». Не знаю, на какую реплику он так среагировал. Но причем, вот... Просто говорю, слово «религия» сейчас лучше не употреблять. Само слово «религио» внутри не означает связь. Нормальное слово. Но вот так испоганили. Лучше вообще его не трогать. И оставить вот, не знаю как, язычество. «Яз» – это означает, ну, корень «яз» означает «совершающее жертвоприношение на огни». Яз. В этом плане, в общем, так сказать, вполне нормальное слово. Там, так сказать, ему тоже много чего при сандалии нехорошего, тоже сложно его употреблять. Когда говоришь ведическое знание, значит, орать что-то в Индии. Вот, а у нас ведуны были, ну и так далее. Самое противное то, что слово православие, наше слово, это название нашей веры, то есть православие. Закон космического равновесия, славе там мы, славящие богу. Прекрасное слово христиане украли. Я бы назвал себя с удовольствием православным. С удовольствием. И опять тут напортили. Как назвать, черт его знает. Так православные мы. Угу. В том-то и дело, мы православные. И Велизарий, монах византийский в VI веке, пишет, в VI веке, заметьте, что славяне исповедуют православие. Православие – это наша вера. Никон же вел термин православие. Потом его отменили, потом его Сталин вел опять. Для обозначения христианства, в общем-то. А сейчас не знаешь, как называться. Ну, проблема. Да уж. Ну ладно, идем дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Правильно, потому что живем в зазеркалье, где все наоборот. Вопрос замечал ли это когда-нибудь? То есть все перевернуто у нас. Но, в принципе, об этом ты уже сказал, что все перевернуто. Ну да, у нас все перекрутили, так перевертили, что нужно иметь очень хорошее зрение, чтобы понять, где ты находишься. Вот всю жизнь учусь видеть. Потому что, скажите, солнечный тип людей, они живут не знанием, а они живут видением. Знание, оно свойственно лунным. Они, наверное, вот это знание. Они не видят, но знают. Вот сейчас я тебя не вижу, да? Но знаю, что кто-то там есть. И не видя тебя, я начал думать, а кто это говорит? И создаю концепцию, понял, да? Говорит Москва. Да. Московское время. Ну, 22:47 минут. У меня вопросы отпадают нафиг, да? Я вижу, с кем я говорю. Но если я не вижу, я буду создавать знания. И вот так вот вся наша современная наука – это знание слепых о том, чего они никогда не видели. Иногда возникает прозрение. Но снова это бред сивой кобылы. Недавно один академик, заведующий Курчатовским центром, забыл фамилию, украинская какая-то, сказал, мне поразила эта мысль, что мозг тратит на свою работу в течение суток энергии столько, сколько нужно для лампочки в сортире. А только недавно все суперкомпьютеры мира по своим возможностям приблизились к одному мозгу человека. Но там мегатонный ватт. Вот он там мегаватты. Миллионы ватт энергии тратится. Вот мы не туда идем, вот мы не тот путь развития вообще выбрали, вот доходит до людей. Для того, чтобы достигнуть плевого, пустого результата, наша наука затрачивает колоссальные усилия человеческие и умственные для того, чтобы сделать очень простые вещи. Вот такие дела.
Угу. Вот говорили мы про то, что все перевернуто. На Рада 314 в чате написал: «А во что радугу превратили?» Ой, иди. Да. Вот, блин, вот, голубой цвет, хороший цвет. Блин, часто слово радуга, изумительно. Вот все правильно. Вот, вот идут эти подмены, подмены, везде подмены. Самое забавное, что уже началось это взрастизм. А в взрастизме есть такой бог, друг, друг. Это злой бог, это враг. Понимаешь, в чем дело? А зовут его друг, а он враг, оказывается. И вот этих подмен, в общем-то, очень много и в языке, и в мировоззрении, во всем. И дела. Вот тот еще друг. Ну ладно, идем дальше. Николай. Да, да. Сэм Брук. Николай Ставропольский край пишет следующий вопрос. Юрий Вениаминович, нашел в ваших словах подтверждение своих мыслей по поводу спирали и связи с ДНК человека и с Чернобогом и Белобогом. Также уверен, в спирали можно увидеть женское и мужское начало. Если я не прав, исправьте и дополните, пожалуйста. Ну да, темная спираль, она более женская. Это же мужик вечно лежит белый, мужик на диване. А баба, что лежишь? Давай не работать. Если бы баба не было, так лежал бы, в общем. И темная всегда связывалась именно... Есть, нашли одну удивительную берестинку, бересту. И там написано, что мужчина создан и из 8 элементов Вселенной, а женщина из 9 таинственного. Вот. Вот это вот мир тьмы... Он больше женский. И спираль, вот эта, отвечающая за изменения, она тоже больше женская. А белая больше мужская. То есть тут все правильно. Да. Ингварь 86 задает вопрос. Здравия, Юрий Вениаминович. Как записаться к вам на скайп-лекции и семинары? Благодарю вам за сегодняшний материал. Есть мой сайт единоеведа.ру. Ну, Алексей, знаешь же, как мне найти? Ну, у него спросите. Пишите, к нам будем давать контакты, если не найдете. Я думаю, мы с Алексеем друг друга вроде как бы поняли, да, Алексей? Конечно, конечно. И есть смысл усилия объединять потихонечку. Потому что учи батьку Алексей бить, да? Угу. И дела. Вот. И сейчас вот в противовес библейскому проекту я пока вот и наша небольшая группа, вот, ну, у нас группа по разным городам, в общем-то, ну, это не так много людей, но люди, которые уже много лет в этой теме работают. И вот сейчас мы закручиваем эту тему, потому что время пришло. Я сейчас разместил лекцию о том, называется «Украине до бессмертия». Потом, сказать, сейчас будет скоро лекция о том, как у нас его украли, ну, как это было сделано, механизм, как это было сделано, и к чему это привело, и как вернуться в изначальное состояние. А потом я хочу запустить постоянный цикл лекций именно по нашим технологиям, потому что то, что и то, чем я владею, оно нужно многим, но у нас страна большая, и до всех не доедешь. И поездки на семинары, они, ну, мало что дают. А когда ты работаешь с людьми в постоянном режиме, каждую неделю выдаешь, тогда можно добиться реального результата. Вот этот проект мы сейчас запускаем скоренько, где-то в мае, в первой половине. И на моем сайте будет объявление на эту тему. Зайдите, единое, по английским буквами, единое веда, .ру. Единая веда — это моя книга, вот, которую я издал. Ну вот, по ней мы и работаем. Угу. Так, дальше. Эдгар из Ютуба, реплика. А у нас 16 каналов. В смысле? Не знаю. Ну, я так предполагаю, что это про энергоновые каналы идет разговор.
Ну, каналов, сказать, несколько сот тысяч вообще-то, в общем, энергетических. Есть как бы три главных, основных. Вот, лунный, солнечный и духовный канал. А от них там их, этих каналов, бог знает сколько. Вот, их, китайцы пробовали их пересчитать, но не все получилось. Вот это десятки тысяч каналов. Угу. Так, дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. «Одевшиеся тьмой разрушат мир, одевшись светом спасет мир, но тьма и свет неразрывны, и свет во тьме тоже приносит спасение». Вот такой философ у нас, Виталий. Не, ну помните, сказать, вот, когда Фауст спрашивает у Мефистофеля, ты кто? Ответ фантастический. «Часть силы той, что без числа творит добро всему, желая зла». Знаете, у меня есть поэма, называется «Договор с дьяволом». И там заключил человек договор с дьяволом, в общем-то, вот пришел срок, и приходит дьявол за душой, а он ему говорит, ты черт, ты глуп, вся моя душа в музыке растворилась уже. Сейчас я последнюю ноту напишу, и она будет вся... Вот, вся уйдет в музыку, и ты ничего не получишь. И пишет, и умирает. Прощай, и там как правило, забыл, сейчас вспомню. Прощай. В общем, сам не желай того, ты спас мне душу. А мудрый черт с улыбкой доброй слушал, как музыка звучала в небесах. Понял, да? Да, да, красиво, красиво. Знаешь, мне очень нравится это. Я задумал еще в студенческие годы. Вот этот сюжет у меня возник давно, но она не шла. А когда у меня уже мозги поменялись, и тут я одним движением ее написал, буквально, там сказать, за пару часов. И, ну, это одна из тех вещей, которые я очень дорожу. И дела. То бишь, он, кто-то хотел с собой покончить, а тут явился дьявол, глупец, в общем-то. Если тебе не нужна твоя душа, отдай ее мне. Он получил за талант, за все эти вещи. Ну, понял, да? Да. То есть его черт обманул наоборот. Он спас его душу, дурака этого. Ну да, да. Ладно, идем дальше. Реплика эфира Тианы. Здравия Алексею Юрию. В СССР тоже занимались поиском небесной страны Шамбалы и подземного государства Агарти. У нас тоже были тайные свои общества, ведь звезда, символ которой советская власть выбрала, своим знаком отличия является самым древним оккультным символом. Серп и молот в магии – это смерть и власть. Ленин, затем Сталин сформировали доктрину государства, использовали древние религиозные культы и учения. Вместо крестных ходов появились демонстрации. На Лубянке был создан отдел ЧК, который возглавлял Глеб Бокий. Они занимались экспедициями по сакральным местам. В 1925 году в экспедиции в Тибет присоединился Рерих Николай. Оттуда они привезли письма Махатмы. Они предлагали объединить буддизм и коммунизм. Я давно занимаюсь сбором материалов, и интересно, что ответит сказитель. С уважением, заранее благодарю. Только сказитель не понял, в чем вопрос. Но сказитель должен понять, что вопрос к следующему. Правда ли то, что в свое время пытались, ну, во-первых, были взяты сакральные символы, перечисленные, ну, да, здесь, звезда, серп и молот, и было предложение объединить буддизм и коммунизм? Вот, ну, насколько вы помните, Глеба Боки его команду расстреляли, и Барченко тоже. В общем, да, печально кончили, да? Ребята много чего сделали, сказать, но что-то там они создали свое братство, они хотели власть захватить в стране. Ну, Иосиф Виссарионович тоже был магом серьезным, очень серьезным магом. Он им этого не дал сделать. Вот, объединение с коммунизмом и буддизмом, оно гиблая совершенно тема, потому что, сказать, коммунизм все-таки это утверждение жизни в большей степени, жизнь здесь и сейчас. А буддизм – это нирвана и отрицание жизни как таковой.
это был бы мертворожденный. Они, может быть, что-то и пытались, но из этого ничего хорошего не получилось. Вот такой мой ответ. Понятно. Так, камешек пролетел в твой огород. Будь готов получить. Серг Сорокин. Браки на бересте не заключаются, а только семейные союзы. Я лично считаю, чтобы заниматься русским проектом, необходимо называть вещи своими именами и менять свою речь на родную. Язычники не мы, а те, кто нас называет язычниками. Алексей Орлов, благодарю. Открываешь глаза на людей. О, как, меня благодарят. Был лучше мнение о Гомонове до этого эфира. Вот так вот. Ну, что же поделаешь, не всем угодишь. Да, ну ты же не червонишь, что всем нравится. Ладненько, идем дальше. Реплика эфира Тианы. Я подписываюсь под каждым вашим словом. Я считаю, что в скором времени христианство себя изживет, как и все остальные лунные культы. И наш бой, как и наша вера, снова будут на устах. Да и система начинает понимать, что и к чему. Поэтому веды уже объявили экстремистской литературой. Как можно с вами связаться и возможно ли вступить в вашу общину? Ну, последний ответ, наверное, не надо давать, последний вопрос, потому что если не найдете, пишите в радио через обратную связь, мы вам дадим точные указатели. Ну, так вот, по поводу того, что до этого было. Что скажешь? Ну, я согласен с женщиной, в принципе, со всем, что она сказала. Угу. Так, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Заинтересовали темы, о которых ты вещаешь, Юрий. Обозначь свои контакты в соцсетях или в Ютубе. Благодарю. Уже обозначили, связывайтесь с нами, если не найдете сами. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Любовь – это сила, но мудрость – это голова. Без головы силу любви опасно применять. Вот такое у нас сегодня. Абсолютно верно. Я пришел к выводу, так сказать, прожив жизнь, у меня было два брака и одна свадьба. Понятно, да? Вот. Я понял, что любовь должна быть разумной. Я долго пытался создать нормальную семью, не получалось поначалу. Сейчас у меня прекрасная семья, уже живем почти 20 лет, уже живем вместе. Вот, до этого были моменты, когда любовь застилала глаза и не видел реальность, и влипал, конкретно влипал. Вот такие дела. Так что, сказать, здесь все верно, любовь должна быть с головою. Любовь без мозгов – это прекрасный способ управления, чем и занимается и библейский проект, в общем, так сказать, вот, и коммунистический проект, тем же занимался, через любовь к Ленину. Все верно, согласен. Угу. Так, еще выстрел из рогатки тебе. Получай. Серг Сорокин из Ютуба. А где борода у общинника? Служение, ритуалы. Вот это уровень. Алексей, еще раз благодарю. Ну, здесь благодарность отпускаем. Где борода у общинника? Да не хочу бороду носить, носил, надоело. И все. Я не считаю, что я должен бороду отпускать. Понятно. Идем дальше. Мое мнение. Реплика эфира Тианы. Всегда с древности почитали темных богов наравне со светлыми. Темные боги – прародители светлых, как день и ночь, неотделимы друг от друга. Что касается сатаны, это просто-напросто клевета людей. Знаете ли, очень удобно кого-то обвинять во всех смертных грехах. Безусловно, есть и низковибрационные эгрегоры, но только это уже не боги, а лжебоги. Суть в том, если ты чист душой, так тебя никакая нечисть не трогает. Цепляться просто будет не за что. Вот так. Все верно. Дело в чем? Дело в том, что к чернобогу пускали только очень хорошо продуманных, очень хорошо очень сильных волхвов. Чернобог, он может взять в свою власть только того, кто не чист душою. Вот, тот, кто, у кого гнильца в душе, скажем так. Вот, и до того, пока ты не чистишься, отдельно с чернобогом нельзя работать вообще. В системе можно, когда и то, и другое. Вот. И когда ты работаешь в системе, даже если ты начинающий, ты ученик, никто с тобой ничего не сделает. Понимаете? Вот такие пироги, в общем-то. Так что, сказать, совершенно согласен.
если человек чист в своих помыслах, мне, в моей книге мне Бог говорит: не все ты увидишь, не все поймешь, ибо мал еще, но чист сердцем, и нет тебе корости. Это и есть проходной бал вышестоящим силам. Не нужно пытаться на этом что-то выгадать лично для себя. Выгадывай для общего дела, и тогда и тебе что-то будет, тебя отблагодарят. Но об этом не думай. Не стремись к обогащению. Это принцип Хабада: сеять духовное, пожинать материальное. Ну, да пожинаются. Время придет, в общем. Так что, скажите, вот этот страх искусственный, который был внушен к темным, ну, специально, потому что, скажите, нужно было сделать ситуацию, когда людей пугают кем-то, и ты иди ко мне, я тебя защищу. Но за это ты мне будешь платить энергией всю жизнь. И не только энергией, но и деньгами. Такие дела, в общем. Угу. Так, еще Алексей Тарасов, здравия ведущие. Юрий Вениаминович, а где у вас борода? Отвечали уже. У меня было чувство такое, что мне про бороду спросят, в общем. Да, и уже смотри, уже не первый раз. Причем в чате тут целая полемика идет. Понимаете, не считай нужным носить, она мне не идет. Ладно, короткие волосы и отсутствие бороды. А так я попрощаюсь, лохматое чудовище. Я насмотрелся на этих лохматых людей, мне хватило. Кому-то идет, кому-то не идет. Это ты про меня? Нет, это нормально. Вот. Ну, ко мне такие иногда приезжали. Что смотреть страшно, сказать. Волхвы, небось, приезжали, ты признайся. Волхвы. Старайтесь выглядеть красиво перед богами. Борода тут не имеет никакого значения. Угу. Так, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Здравые мысли есть даже в рассказах так называемого Юрия Дегтяра «Подарок Бога». Вопрос, читали ли вы его? Нет, не читал, не знаю. Так, дальше. Почему ДНК по форме напоминает песочные часы? Почему ДНК-спираль по форме напоминает песочные часы? Виталий из Эстонии. Я не знаю. Да вот так. Так вышло, да? Не знаю. Так, дальше. Была свет и тьма, прошла война. В результате этой войны появилась новая тьма и новый свет. Ну, прям философия у нас сегодня такая, высшая философия. Ну, замечательно. Лера, вопрос в эфир. Доброе время суток. У меня есть веды заговоров издательства «Веды родолюбия» и «Велесов круг». Вох Велеслав. Так что, их на свалку, что ли? И второй вопрос. Может, я пропустил от чего? Как достичь бессмертия? Через йогу можно или еще есть пути? Нет, через йогу, сказать, я йогой занимался и преподавал ее 20 лет. Вот. Йоги, у них какая-то такая любимая болезнь, это онкологическая. Они живут, как и все остальные люди, вроде не болеют, не болеют, потом раз, рак и уходит. Вот. В йоге очень сильно насаждается вот этот вот культ отказа от жизни, что вот есть самадхи, в этом высшее существование, а вот здесь, на земле. Одно время я разделял это мнение. Потом у меня возникло просто такой вопрос. Все учения учат одному. Открыть от жизни, и после смерти тебе будет хорошо. Об этом и Будда со своей нирваной, об этом йога, самадхи, это христиане с этим Царством Небесным. Я задумывался, а неужели Бог так глуп, что Он создал жизнь для того, чтобы мы ее отрицали? И не дали научиться на земле жить так, чтобы и умирать не хотелось. Вот я вот в этом направлении стал работать и нашел много чего. И через йогу бессмертие достигнуть невозможно, потому что она предполагает уход из жизни окончательное, в окончательной самадхи без семени, без возможности воплощения. То есть уход в состояние небытия. Шива – это бог смерти. И он покровитель йоги. Йога может много дать хорошего, она мне много дала. Но потом выяснилось, что мотивации мои и йоги, они разнятся очень сильно. Я русский человек, я казак донской, я жить хочу. Мне тут нравится. Нет мне тяги туда.
Ну, такие дела. Так что, сказать, вот та технология, которую мы развиваем, она и предполагает превращение нашей жизни, гиперборейцы, наши предки, как пишут греческие источники, жили столько, сколько хотели, и умирали по доброй воле от пресыщения жизнью. Сами собой, они не могли умереть, они сами кончали себя. Начали жить самоубийство. Вот. И я понял некоторые механизмы, которые могут принести человеку или очень активное долголетие, или вообще физическое, не физическое, а общее бессмертие. Физическое бессмертие – это зомби, это бессмертие тела и все. А у человека 8 тел. И, кстати, Кейси писал о том, что человечество будущего, ближайшее причем, будет жить от 800 лет, а некоторые смогут жить вечно, если вступят в братство странников во времени. И вот совпадает то, что я делаю, с тем, что он сказал. Я понимаю, как это сделать. Вот там еще работаю. Но направление заполучено. Вот. И сейчас мы в этом направлении движемся. Угу. Наблюдая одним глазом за чатом, зажег ты про бороду, конечно, своим ответом. Да, тут просто народ пишет. Ладно, идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Род – это отец Чернобога и Белобога. Тогда, получается, Сварог – их родной брат. Еще раз я прослушал. Род – это отец Чернобога и Белобога. Тогда, получается, Сварог или Сварог, кому нравится, их родной брат. Ну, само собой, все это одна команда. Троица такая получается, да? Ну, там много кого, богов. Mm-hmm. Есть боги, идущие от Белобога, куда идет Сварог. Боги, связанные со светом. Есть боги, идущие от Чернобога, боги, связанные с тьмой. Вот такой, например, был у нас бог Услад. Он от Чернобога божество. Он ловит людей на кайфах. А там задача какая? Удовольствие перевести в страсть. И когда человек, ну, например, ты покурил, получил удовольствие, и все, и как бы забыл. А потом ты покурил еще, и потом уже ты не можешь без курева. Ну, то все, ты во власти Чернобога уже в какой-то степени. Потому что Чернобог ловит на страстях и дела. Вот, пожалуйста, один из богов этого пантеона Чернобога. Там еще бог Ут есть, бог страсти, ну и так далее. А вот ты сейчас сказал, так это показал еще, курил, да, вот. Так, и получил удовольствие, ключевое слово «удовольствие». Уда – это что-то выпирающее. В том числе удом называли мужское, значит, хозяйство, ну, да, приспособление. Да. Вот я так представляю человека, который получает удовольствие от того, что вот этот уд он себе в рот засовывает и дымит его. Получается такая забавная комбинация. Да, комбинация вообще. «Картина маслом приплылит» называется. Ребятушки, задумайте, что вы себе в рот суете и что вы там получаете в конечном итоге. Ну, как-то не по-нашенски, не по-русски, но как-то презрительно на вас после этого смотреть. Алексей, я никогда не курил в своей жизни. Я, когда был мелким, бычки собирал, делал эти козьи ножки, в рот дым набирал и выпускал, думаю, что за кайф. А потом мне объяснили, что нужно дым в легкие вдыхать. Мне так эта идея не понравилась, дым в легкие. Вот. И я так даже не попробовал ни разу. И рад этому. Темнота ты. Отстал от цивилизации. Ну, понятно. Так, я Гриша, реплика в эфир. Юрий Вениаминович, благодарю за ответы. А где найти расписание славления богов? Есть ли на сайте, дальше это как раз сайт, про который ты говорил, единая-веда.ру. Подскажите, в каком разделе искать? Есть раздел «Культ спирали», но там я этого не вижу. Нет, там нет ничего. Это я даю так вот, из рук в руки. Вот, тем, кто уходит в систему, сказать, вот, начинает работать в системе, тогда я людям даю эти вещи в руки. Я еще много чего не издал. И даже не знаю, когда издам. В общем, потому что, сказать, есть вещи, которые, ну, сейчас пока издавать нежелательно. Mm-hmm. Там технологии серьезные. Так, вот прилетела благодарственная тебе ласточка от Виктора. Благодарность сказителю за интересную беседу. Видишь, не только из рогатки в тебя.
Реплика в эфир от Олега из Иркутска. «Мне Юрий из «Мастера и Маргариты» такие слова нравятся. Ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале?» Хорошо, да. Дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир про монаха Велизария. Вопрос один. Где найти оригинал этого текста? Это есть, кстати, в интернете. Это выложено. Я сейчас не помню. Не могу сказать даже сейчас где. В общем, вот. Ищите и обрящите. Ну да. Я читал это. Сейчас не могу назвать источник. Но он часто мелькает. Эта информация мелькает и в разных книгах разных авторов. И она мелькает в разных видео на нашу тему. Какие дела? Угу. Вопрос номер два. Каким словом обозначалось православие в его тексте? Помнишь, не помнишь? Каким словом обозначалось православие? В его тексте, ну, в Велизария. Да, что славяне исповедуют православие. Именно так там было сказано. Я сам своими глазами читал. Угу. Так как православие, правоверие, переводится на греческий язык одинаково, и дальше здесь по-гречески ортодоксия. Вопрос три. Да, почему стилистика письма, ну, с этим понятно, это уже много было разговоров на эту тему. Почему стилистика письма такая, как будто он писал на древнерусском? То есть ортодоксия, если так посмотреть, очень похожа на один из вариантов древних писаний русских. Да, ну, на глаголицу, похож на глаголицу. Скажем, боги греческого пантеона все были эти люди с светлой кожей и с золотыми волосами. Там были наши боги, в общем, так сказать. Вот, Аполлон, храм Дельфийский основали выходцы из Гипербореи. И 2000 лет этот храм был главным храмом, так сказать, всего Востока. Одного из жрецов звали Олень. Там русских было много. Скиф... Абарис, по-моему, он был учителем Пифагора. И он всему его научил. Это вся пифагорейская школа над скифом пошла. У греков была такая поговорка: умен как скиф. И наш язык там, извините меня, потому что мы туда и пришли. И там мы тоже правили, там мы тоже жили. И на Кипре мы тоже были, Господи. Мы везде, где только нас пока не было. Так что, скажите... Знаете, сказать, вот на Норвежском полуострове есть два местечка таких. Одно называется Белятеррус, а другое Абаеррус. Белятеррус – это земля русских, а Абаеррус – это могила русских. Это на Норвежском полуострове, сказать, в общем. Так что, сказать, там много чего нашего-то осталось. Кстати, извини, момент. Пробовали, пытались перевести имена греческих богов, ну, что они означают на греческом, не смогли. На русский стали переводить, на русский все перевелось нормально. И именно имена богов греческих, они на русский язык переводятся, смысл понятия, на греческий вообще невозможно перевести никак. Да, я с тобой согласен в этом. Здесь надо, наверное, еще понимать следующее, что и греческий, так называемый язык, и латиница, латинский язык, в общем-то, в них очень много, если так покопаться, славянских корней. Это понятно. Да, греческие, они просто несколько, чуток изменены, вот несколько изменены. Так же, как, в принципе, и разновидности санскрита, они тоже несколько изменены. Кто-то говорит, что русский санскрит произошел. Да, ребят, вы внимательно посмотрите, какой язык более богатый, а где все упрощено, и все становится на места. То есть были созданы определенные языки для каких-то каст, групп людей, занимающихся чем-то. В Индии это было одно направление, там свое. Русский язык по-своему больше похожий остался. Греческий, а вернее сказать, жреческий язык, поскольку там страна храмов, он по-своему изменен был. Ну и, естественно, и латынь. Так вот, неоднократно встречаю такие упоминания. Вот с Сергеем Павловым тоже общались не так давно. Он сказал: «Был в Греции, хожу, читаю названия». Если произносишь по-русски, все понятно, что здесь было. А если просишь грека перевести, он руками разводит, говорит: «Я не понимаю».
То есть написано вроде греческими буквами, а читается все по-русски. То есть понятно, что это место, ну так условно, Ивановка, да, условно. Но с добавлением, как вот сейчас в Прибалтике, там меняют фамилии, добавляют какие-то к фамилиям, к русским что-то. И получается вроде вот литовские, латышские там и так далее, фамилии. Вот то же самое в Греции в свое время происходило. Причем надо учитывать, что древнегреческий так и не прижился. И сколько ни пытались его в школах учить, греки на древнегреческом не разговаривали. И получился такой суржик. Вот. И если все это вот на это обратить внимание, то понятно, что это не Греция была, а жрец, потому что Г на Ж, это вот в латинице пишутся, ну, что можно так прочитать, что так прочитать. Так что здесь с этим все понятно. Не было никакой Греции, была Жреция, была жреческая маленькая страна, типа того же Ватикана, который сейчас вот является жреческим для католиков. Ну и все. Такая, как это, офис религиозный. Так что с этим для меня, например, вообще-то никаких вопросов нет. Дальше. Русский индус из Ютуба пишет: «Не помню, где написано было. В каждом зле есть божественная искра. Я думаю, главное, чтобы это не было мотивацией для не очень хороших людей делать зло. У каждого, конечно, свой путь, но разве не лучше сразу идти по пути Ахимиссы?» Ахимиса, да, Ахимса, то есть не верить. Ахимса, прошу прощения. Иностранные слова не очень люблю, поэтому извините уж. Так что, может быть, сразу не верить так вот. Ну ладно, хорошо. И еще реплика от Олега из Иркутска. «Поддерживаю тебя, Юрий. Борода голове не замена. Была бы голова, будет и борода». Реплика эфира Виталий из Эстонии. «Как тьма есть отсутствие света, также заменяй тьму светом». И еще реплика вдогонку. «В той же Библии Каин – потомок сатаны, и Евы – Авель – потомок Адама и Евы». Ух, как у нас прям сегодня все разворачивается. Да. Русский индус пишет: «Разве наш мир не является Средиземьем и по своей сути является как адским, так и райским? То есть хотелось бы жить здесь вечно. Разве не является роковой ошибкой?» То есть желание, по-другому скажу, желание жить вечно не является роковой ошибкой. То есть остановкой в развитии из-за банальной привязанности к этому миру. Нет, в том-то и дело. Тут есть одна хитрость. Дело в чем? Дело в том, что есть мир на Земле смертных, я уже говорил немножко там, раньше, и мир бессмертных. У всех разные задачи. У человека одна задача. И с теми задачами, которые имеет человек, быть бессмертным бессмысленно и глупо, и не нужно. Но когда он достигает определенного знания и осознает свое предназначение настоящее, родители чего родили, тогда он может жить вечно, потому что он будет вечно развиваться и будет способствовать вечному развитию сущего. Жизнь смертных – это одно, бессмертная – это совершенно другая жизнь. Если здесь логическая ошибка, человек сравнивает бессмертного со смертным, и говорит, зачем, сказать, жить смертному бессмертно? Да, конечно, смертному не нужно. Мир смерти – это мир, в общем-то, заблудших людей. Это люди в поиске пути. Когда они обретают его, они встраиваются в единую систему Вселенной и выполняют в ней свои функции. И за то, что они эти функции выполняют, делают работу, они получают долголетие. Потому что зачем менять хорошего работника на другого, когда этот исправляется? Понимаете, в чем дело? Земля – это кузница кадров для очень серьезной работы и на Земле, и во Вселенной. Далее Лера пишет. Реплика. «Ну да, Шива идет же как разрушитель и создатель. Там у Шивы был мудрец, который по трем мирам, наверное, гулял и с богами общался. Про это имели, ну, судя по всему, вы это имели в виду?» Что именно? Ну, что был там мудрец, который... Ну, Шива, во-первых, и разрушитель, и создатель, и был еще мудрец, который по трем мирам гулял и с богами общался. Да там много кто с богами общался. Вот, и там, вот. Все общались с богами. Там все. Шива в системе, как там сказать. Есть Брахма, творец, а есть Вишну, хранитель. А Шива разрушает и освобожденную энергию отдает опять Брахме. И тут из нее опять что-то творит. Это единый цикл. Единая система, Тримурти.
И без какого-либо из этих звеньев она не работает. И в этом плане Шива, он разрушитель в первую очередь, это функция. Но он и творец, потому что он дает энергию творения Брахме. Вот такая вот получается замкнутая система, которая помогает, которая позволяет быть миру бессмертным. Но такая же система возможна и в человеке. Когда у нас были две спирали эти работали, шел очень четкий обмен между, так сказать, этими уровнями. И шло постоянно обновление человека, и духовное, и физическое. И тогда он мог жить вечно, практически. И об этом сейчас уже наука об этом уже говорит. Не только я. Угу. Так, серьезный вопрос из эфира. Вернее, в эфир от Игоря из Ярославля. Летопись Нестора, летописца, про то, что наш род от Сима, Хама и так далее. Это все выдумка и подделка? Там про корни славянских племен, дабы наши корни обрубить и внушить нам другое мировоззрение? Да, это идеологическая диверсия. А вот нужно было... Понимаете, есть новгородские летописи, там все по-другому написано. А есть Нестор, который, сказать, написал банальную заказуху. Понимаете? Китайцы сказали, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Он приходит и пишет. Потом пришли коммунисты, тоже там что-то написали. Сейчас демократы пытаются писать тоже черти что. И здесь это была идеологическая диверсия. И Чудинов об этом писал, что вообще христианизация – это идеологическая диверсия против русского народа. Вот такие дела. А дальше не понял обоснования. Причем самое это печальное, что многие на этом пытаются сделать какие-то научные труды по русской древности, по славянской древности. Меня волосы, честно говоря, шевелятся и поднимают меня, как в Мюнхгаузе над стулом. Вот, ребят, вы просто посмотрите фильм «Викинг», который снят по Нестору. Да, и вы все сразу поймете. Вот хорошее по такому, хорошему, ничего не получается. Просто вот сделайте выводы, и все станет на свои места. Дальше. Я, Гриша, реплика в эфир. Юрий Вениаминович не ответил на вопросы. Вот он такой настойчивый, я, Гриша. Первое. Про Велизария. Все тексты только на русском, а на греческом он не нашел. И отсюда... А он на греческом искал. Но я не искал даже на греческом. Я не знаю, где он найти. Вот. А отсюда, видимо, и вот эта путаница, которая сейчас есть, это второй вопрос. Таким словом в греческом обозначалось православие, если православие в переводе то же самое, и правоверие, и православие. Вот к чему он сводил вопрос. А. Если мы по-гречески читаем и правоверие, и православие, потому что написано, возникает путаница. А как тогда он нас называл? Правоверными или православными? В первоисточнике. И что ж в первоисточнике это слово «ортодоксия» означало на самом деле? Если сейчас любые словари трактуют ее, хочешь православие, хочешь правоверие, как тебе нравится? Но с другой стороны, вот если я... Я не знаю, как ответить. Давай я отвечу. Не видел. Да. Давай я отвечу. Вот смотрите, что иудеев называют ортодоксами, что мусульман называют ортодоксами. И в переводе нет православных иудеев и нет православных мусульман. Есть правоверные мусульмане и правоверные иудеи. Вот когда вы с этой точки зрения подойдете, наверное, все встанет на свои места. Ортодоксия никогда слово православие не означало. Оно называло правоверие в лучшем случае. Поскольку если бы слово православие было в других языках, оно бы так и звучало. Православие. Но нет такого слова. Оно находится только в нашем славянских языках. Как и слово совесть, который в Библии встречается, но в переводе это означает или благую веру, или благое намерение, или благое сердце, там доброе сердце, но совести такого слова-то нет. Это все просто переводы. Переводы на тот язык, на который они переводились, понятные тем людям, для которых эти переводы делались. Так что просто смотрите, как, во-первых, называлось древнее христианство. Оно называлось правоверное, ортодоксальное. Вот, до сих пор сохранилась Russian Orthodox Church, в иностранных церквях, так, за границей так оно называется. Далее оно называлось
греко-католическим там, и так далее. То есть православным оно не называлось. До сих пор сохранилась ортодоксия как упоминание о чем-то таком неизмененном, правильном, то есть правоверном. И это есть и у мусульман, это есть и в иудаизме. Так что вот отталкивайтесь, если не как это в русском языке есть правило, не можете найти правильное писание, ищите, как склоняется там вот какие-то там указатели и так далее. Вот здесь такой же принцип, примерно то же самое. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Я вспоминаю эфир на Рославянском радио по методам фальсификации древности и начинаю смотреть с настороженностью и осторожностью на современные находки и источники. Точка. Вот как-то так. А в чем вопрос? Да просто настораживается человек. Когда мы сказали, что будьте это осторожны, он говорит, я уже осторожно смотрю. В общем-то, все вопросы, я так смотрю, мы с тобой осилили. И надо каким-то образом подводить нам итог сегодняшней нашей встречи. Значит, в заключение предлагаю что сделать? Тебе подвести итог по поводу того, что четыре веры России, так подвести жирную черту и в двух словах кратко сказать, к чему же ты всех призываешь нас, это первое. И второе, пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Видимо, сейчас сначала по поводу бороды отвечу. Да, все, достала борода, да, давай, отвечай. Да нет, дело в чем, когда я учился в институте Арсантема, там, кстати, была такая информация, которую я достаточно хорошо проверил. Если человек отпускает бороду, значит, что он хочет закрепиться в горизонтали. Он не хочет пока идти, он набрал информации и хочет ее освоить, ну вот именно заземлиться. Понял, да? Вот, если человек хочет двигаться дальше опять вверх, он сбривает бороду, оставляет усы, и тогда дает знак силам, что он хочет двигаться вверх. Если он хочет двигаться одновременно и закрепляться и по горизонтали, и по вертикали, он должен все сбрить. И тогда будет равномерное движение закрепления и на горизонтали, и на вертикали. Вот казаки как-то бороду не носили, никогда особо там, были отдельные персонажи, в основном это были усы. Вот, они куда-то там, видимо, стремились, в общем-то. Я предпочитаю бороду не носить, мне так комфортнее. Далее, вот, по поводу того, что я говорил. Дело в чем? Дело в том, что много тысяч лет тому назад, после того, как был разрушен единый галактический культ русского народа, это был русский народ, прошли процессы распада и деградации. И мы дошли сейчас до крайней точки. И все это происходит из-за того, что наше сознание, оно черно-белое. Иногда кто-то черное считает за белое, кто-то считает белое за черное. Кто-то скажет белое за белое, черное за черное. Но в любом случае все находятся в состоянии конфликта всего со всеми. А для того, чтобы нам вернуться на путь эволюции, а не уйти с пути распада, нам нужно вернуться к древнему галактическому культу русского народа. И по моим приметам, я наблюдаю, что как бы интуитивно наша страна на этот путь уже стала. Вот это сама и политика, умерение, усмирение, вот само наше отношение к окружающему миру. Вот, и мир ведет себя не очень адекватно, у него с головой не в порядке. Вот, но мы на своем белом острове, на этой нашей российской плите стоим твердо. Вот, и всегда русский мир и в скифские времена следил за тем, чтобы никогда никакая сила не могла владеть всей нашей планетой. Скифы себя считали избранными хранителями мирового равновесия. Вот, у них была такая задача. Избранные хранители мирового равновесия. И мы эту тему наследуем. Если скифы это делали сознательно, а, кстати, Крым считали они центром мирового равновесия, поэтому за него такая грызня идет. Вот, то мы, уйдя с пути своего исконного русского пути, сейчас постепенно
возвращаемся на путь этого самого хранителя мирового равновесия. Вот. И по моим представлениям, потому что я вижу, Россия в течение ближайших десятилетий станет главной духовной державой мира. Именно мы принесем мир, вот этот галактический культ, именно вот это единое мировоззрение, систему не деления, а объединений. Как сказали японцы, говорят, вернее, японцы, или китайцы, уже забыл, кто из них. А чем труднее роды, тем прекраснее дитя. Россия прошла страшное испытание и их выдержала. И это не случайно. У нас у всех прекрасное будущее. Мы все идем к бессмертию, к настоящему. С чем всех нас и поздравляю. Вот такое мое резюме. Очень хорошо. Благодарю. Благодарю тебя за такую прям хорошую черту, добрые слова. Друзья мои, мне остается только напомнить, что по одному из современных календарей пока еще 25 апреля 2017 года, вторник по Москве, а по одному из старинных, 14 день месяца пассивного наречения 7525 лета, Третенник, мы говорили в эфире про четыре веры в России. Гомонов Юрий Вениаминович был главным автором-сказителем сегодня. Замечательный доклад, есть над чем подумать, хорошие ответы. Тоже есть над чем подумать и придумать, может быть, следующую передачу, какие-то вопросы уточняющие. Думаю, еще не раз мы встретимся и будем творить добро. Насим, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Вы, друзья мои, добру. До новых встреч. Услышимся. Радио для пытливых умов.